А в жизни здесь всегда есть элемент случайности, поэтому здесь я его оправдываю. Тем не менее, считаю, что он отвратительно провел чемпионат, но во многом из-за того, что его неправильно использовали в тренерском штабе. В принципе, все по всем игрокам я сказал, по тому, кто должен был играть, я сказал. Причем, если бы играли эти игроки, то я думаю, что никто бы не сказал, что футболистов у нас в стране мало, что играет говно, что играют хуже, чем алжирцы или, прости господи,